Ну вот у нас сегодня обед. Так, все время спрашивают, покажите, что вы обедаете. Еще мы обедаем. Это вот у нас рис, картошка и растительное масло. На рыбной бульоне. На рыбном бульоне. Угу. Здесь рыба, это карась. Карасик, небольшой. Вот. Да? Здесь помидоры, мелко нарезанная рыба. Почему рыба? Лук. А, лук с этой. Масло и соль. И мелко натертая морковь. Это Володя будет делиться сейчас что-то. Лепешки свои. Молоко. Молоко? Да, у меня молоко. Молоко, у меня простокваша. А вам еще этот, я там бульон сделал. Да. Карасинный. Ну и в конце арбузы вон лежат. Остатки арбузы. Сладкие. Две дымки, да, остальное все арбузы. У нас нет сегодня. Вот он, вот, вот. А это пластиками-то нету? Нету, вот. Вот картошка мелконькая. Я ее не чищу, так ее. Ну да, она молодая. Вот обед. Никакого мяса нету, никакой выпечки нету. Благословен Господь. Садись давай. Теперь кошки ждут, сейчас я им рыбы дам. О, прямо не дождутся. Где-то у нас синеглазки нету еще. Да, во славу Божию. Слава Христу. Аллилуйя. Сейчас, подождите.